Меньше минуты на спасение утопающего. Белорусские спасатели готовятся к возможному увеличению несчастных случаев на водоемах. На хрупкий лед идут в основном любители зимней рыбалки, невзирая на потепление и многочисленные предупреждения. Более того, некоторые с интересом наблюдали за работой спасателей, сидя у своих лунок. В МЧС говорят, дежурить приходится круглые сутки, а действовать максимально быстро. Любая упущенная минута может стоить жизни. Впервые в этом году Мингорсполкомом у нас подписано решение о запрете выхода на лед при достижении его толщины менее 7 сантиметров. И имеется основание для привлечения людей к административной ответственности. То есть я это хочу озвучить еще раз. Сейчас уже лед тает и на данный момент он опасен. Вы видите сами, что возле берега лед уже отходит от берега, и наши спасатели по колено проваливаются. За прошлый год сотрудники МЧС спасли 7 человек. Сейчас в Минске за обстановкой на водоемах следят специальные группы.